Я продолжаю рассказывать о том, как можно оплатить любой товар в моем магазине «Светлячок» с помощью различных методов. Теперь мы сейчас будем оплачивать с помощью WebMoney. Для того, чтобы вам успешно оплатить с помощью WebMoney, у вас должен быть открыт кошелек WebMoney. Прямо уже на компьютере он должен быть запущен. Тогда нажимаем на кнопочку и попадаем сразу же на вот такую табличку. Оплата WebMoney идет вручную, то есть это не автоматический платеж, поэтому особое внимание я прошу уделить тому, что вы напишите в комментариях. Теперь вы можете оплатить в рублях, в долларах и в гривнах. Выбираете валюту и дальше выбираете тот кипер, который у вас стоит. Classic, Large или Mini. У меня стоит Classic, поэтому я выбираю, нажимаю на эту ссылку. Кипер у меня запущен. Вот он. И у меня сразу же появляется вот такая формочка, где указано, что откуда, вот с моих рублей, сумма указана и того вот. И платить я должна буду сама себе. Так, но я этого делать, естественно, не буду. А вы сделаете. И здесь у меня идет сразу же прописано. Вы должны проверить действительно, что у вас здесь будет прописано. То есть адрес и адрес, который вы там указали, и форма, номер заказа тоже, который указали, тоже есть. Вы нажимаете на кнопку «Далее» и выполняете все, что вам дает система. То есть это тоже очень просто. Как только вы оплатите, вы пишете мне письмо, в котором указываете, что вы с такого-то вот номера кошелька оплатили свой заказ. Пишите с того адреса, который вы указали. В течение нескольких часов вам придет ваш заказанный материал. Благодарю за внимание. С вами была Светлана Молодежникова.